Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 28 марта 2016 года. Время 14:20. На 4-м курсе начался матч первого круга в одиночном разряде у девушек. Турнир второй категории ТЮ, Белкантон Кап, город Минск. Ксения Алешина, Россия. Сейчас будет подавать в первом сете соперница Екатерина Тихонко, Беларусь. Опытные спортсменки подготовленные. Я не знаю, какой у них баланс личных встреч. Но первый день на подаче Тихонко взяла Ксения Алешина. Сейчас Ксения подает при счете 1-0. Ксения подает при счете 1-0. При этом Ксения воспитывается Финкинской теннисной академии Александра Островского. Подает Ксения. Подача с вращением. Четко кладет по прямой. Нужно отметить, что Ксения прибавила в таком компоненте, как подача. Надежно подает. Выбивается результативной подачи и второй удар. Первая не проходит. Скручивает надежно вторую. 30-0 на подаче Ксении. Четко перекладывает по прямой. И 40-0 на подаче Ксении. Немножко не справляется со скоростью, которую позволяет Ксения. Но это опытные спортсменки не видели ее на корте. Обычно подготовленные, смотивированные, но уверены в том, что Катя найдет свою игру. Двойную ошибку дает Ксения. 40-15 на ее подачу. Попробую предположить, что успех выступления Алешины в данном матче зависит от того, насколько успешно она будет подавать. Катя пробивает и вау, мяч уходит. 2-0 повела по гейму Ксения Алешина, Россия. Екатерина Тихонко на подаче.
проходит первый матч. Безупречная уходящая вторая. Еще не справляется. 15-0.
полотенце. Она собрана, смотивирована и идет подавать. При счете 3-0. Не проходит первый мяч подошвы. Безупречная вторая, резанный удар, ошибка. Смеем предположить, что частое использование резанного удара сильный не может быть большим плюсом в ее игре. Первая вновь не проходит. Ну, можно даже аккуратно крутить вторую, выбрасывает мяч. И вот та игра, которую может демонстрировать Катя. Ошибается буквально сантиметра 3. Но как только начинается розыгрыш, у Кати появляются шансы, потому что это обученная спортсменка, очень квалифицированная и, в принципе, способная выдерживать перестрелку на задней линии со спортсменками высокого уровня. По 15 для подачи Алешины. Обращаем наше внимание, что первая ошибка Алешины с отскока срезанного мяча уже произошла. Прошла первая у Алешины, мощная подача, но зацепила тоже. Первый мяч. Вновь первая подача, теперь уже не попадает в квадрат подачи. Вторая. На мягкую вторую Алешину сразу находится Катя, которая четко кладет мяч по месту. Вот мы понимаем, что Катя потихоньку входит в матч, она начинает чувствовать, что делать против соперницы, понимает, что первая не проходит, и ее конек — это розыгрыш второго мяча, второй подачи Алешины. Вторая подача Алешины мягковата. И Тихонко четко может класть этот мяч по месту. Прошла. Вот игра Кати. Приняла первую Алешину и четко разобралась со вторым мячом, с короткого мяча. По-моему, это еще сейчас. 15-40 на подаче Алешины. Могу ошибаться, но, по-моему, это так. У Алешины проходит первая. Четко кладет по месту Алешины. При этом достаточно мощный удар. Это не справляется. Не проходит первая. И вот сейчас опытная Катя должна наказывать Алешину за мягкую вторую подачу. Она просто обязана это делать. Срывает удар. Верное решение принимала, но срывает удар. Видимо, лопнула ракета, лопнула струна на ракете, Катя берет вторую. Алешина пока что уходит в центр, счет ровный. Но мы видим уже с вами, уважаемые друзья, что значит,
находит необходимые варианты в игре против Ксении. Сетка пока что цепляет и не идет. У Алёши не первая подача, но должен не уровень. Вынуждена девушка играть со вторым мячом. Прошла первая. Жесткий обмен ударами. И вот игра. Вот игра Кати. Опытная спортсменка. И в обмене ударами на задней линии она ничуть не уступает Алёше. Иногда же она его превосходит. Проходит первый мяч у Алешины, выбрасывает короткий, и Тихонков кладет четко мяч по месту. Вот это игра Кати. Она берет день в той манере, в которой, надеюсь, уважаемые зрители, мы увидим. Мы увидим эту игру Кати. Мы увидим эту игру Кати. Становится 1-3. Катя пока что уступает. В первом сете четкая подача по прямой. И второй удар цепляет линию. Выбрасывает короткий мяч. И Катя наказывает Ксению за короткий ответ. 15-0.